подать документы в Северо-Восточный государственный университет можно лично. Прием ведут по предварительной записи по телефону 63-00-21. Абитуриенту назначают время, в которое он должен явиться. Прийти нужно в маске и перчатках с соблюдением всех санитарных норм. Такое распоряжение издали сотрудники Министерства образования России. Заявить о себе можно и дистанционно. Форма есть на сайте вуза. Прием документов будет продолжаться на очную форму обучения до 7 августа. Для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ, этот срок, как всегда, чуть больше, до 17 августа. Ну а дальше процедуры сохраняются с предыдущих лет. Абитуриент следит за конкурсом, следит за, естественно, за результатами своей сдачи единого государственного экзамена, ориентируется в конкурсной ситуации, прикидывает свои шансы. Для тех абитуриентов, которым нужно сдавать вступительные для зачисления в ВУЗ, проведут онлайн-экзамены. Иногородним студентам предоставляют общежитие. Тем учащимся, которые сдали три предмета на сумму больше 200 баллов, будут выплачивать повышенную стипендию. По программе «Бакалавриат» и «Специалитет» на очную форму выделили более 260 бюджетных мест. На очно-заочную – 17, а на заочную – более 100.